протяжении 11 лет мы проводили фестиваль «Благость» на берегу Черного моря в Анапе. Это было потрясающее событие, которого с нетерпением ждали и мы, и наши гости. Единомышленники со всего мира приезжали на фестиваль, чтобы заняться оздоравливающими практиками и соприкоснуться с мудростью веков, отдохнуть на берегу моря и погрузиться в мир творчества в кругу новых друзей. Но в 2020 году нам пришлось отменить два фестиваля, и мы не смогли встретиться с вами. Это вдохновило нас на поиск нового, гибкого формата, в котором мы могли бы продолжить наше общение, несмотря на внешние обстоятельства. И мы нашли решение. Мы приедем к вам сами. Каждому участнику домой. Фестиваль готов взять с собой все самое лучшее и отправиться в прекрасное и увлекательное путешествие. Поэтому ближайшая благость пройдет в онлайн-формате, в котором каждый из вас может принять участие, не выходя из дома. Нас ждут 4 невероятные недели, наполненные теплотой и любовью. Обучающие программы помогут вам строить гармоничные отношения с собой и близкими, понять свое высшее предназначение и раскрыть духовный потенциал. С помощью оздоровительных практик вы сможете решить проблемы со здоровьем, лучше понимать себя и слышать свое тело. Творческая команда погрузит вас в добрые и увлекательные приключения, где каждый станет героем незабываемого квеста. В этой игре вам предстоит выбрать наставника, который будет поддерживать вас на пути саморазвития, вдохновлять, когда будет сложно, и радоваться вместе вашим маленьким победам. Леонид Герасьянов, Александр Тимашов, Глафира Петухова и Марина Романченко станут вашими персональными капитанами. Интересно, в какую команду запишетесь вы? Вас ждут командные чаты, в которых вы найдете новых друзей. Там вы сможете обсуждать волнующие вас вопросы, вдохновляться результатами других участников, обмениваться полученными знаниями и опытом. На протяжении месяца это место станет вашей мини-командой и семьей. И это все в вашем телефоне или компьютере. Вы сможете присоединиться к фестивалю из любой точки земного шара, участвовать в онлайн-благости так же легко, как написать сообщение в WhatsApp. И да, у нас есть служба заботы на случай, если у вас возникнут технические сложности. Все занятия и встречи будут сохраняться в записи, и вы сможете посмотреть их в удобное для вас время. Вы всегда сможете вернуться и пересмотреть еще раз. Для этого не нужно будет отвлекаться от работы и семейных дел. Таким образом, за 4 недели вы откроете в себе много нового. Сделаете первые шаги по изменению вашей судьбы. Укрепите здоровье и заведете друзей со всего света. Наши участники признаются, что благость стала для них вторым домом, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Предлагаем же вам продолжить общение на благости онлайн. Стоимость полного участия составляет 5400 рублей. Количество мест ограничено. Успейте забронировать место на фестивале прямо сейчас.